продолжаем играть в Elder Scrolls 5 Skyrim. Мы остановились в Айтране, мы поговорили с Мали Маккей, ну, он нам уже передал задание, которое нам нужно выполнить. Хочешь поговорить со мной, женщины? Сделать свое доброе дело на сегодня. Нет, спасибо, желания нету. Нам нужно выполнить задание Мавен Черный Вереск. Нам нужно отравить чан с медом на... Где? Я не помню, как называется это место тут в Скайриме. На Хмелеварне, что ли? Ну, что-то... Ну, короче, на Медоварне. Давайте так будем называть это. Потому что хозяин... Это у нас, знаете, это медоварня Хонинга. Вот. А нам нужно просто пойти сейчас будет и отравить чан с медом. Причем я надеюсь, что это будет достаточно легко, учитывая, какой у нас план продуманный. Мы сейчас туда пойдем. Кстати, где-то находится. Это где-то вон там. Ну, тут в Айтране, вот рядом. Там где-то. Карта показывает. А, вон, наверное, вот тот дом. Вот, и, скорее всего, там проблема с грызунами, поэтому считайте, что хозяин Саберн сам нам отдаст яд, которым мы отравим этот мед. Чё, у меня игра подлагивает сегодня немножко. Это да? Да, вот это. Ничёшная такая. Большая, большой дом. Так, это у нас что это? Да, медоварня. Бонинг. Брю. Что такое Бонинг Брю? Не представляю. На что ты пялишься? Не видишь, у меня тут проблемы. Что-то не так? Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Я должен подготовить дегустацию нового особого меда Хонинга для капитана стражи. Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня все будет кончено. Может, я помогу? Да ну. Еще скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Я только так и работаю. Ну уж нет. Я так не работаю. Так что забудь. Гони аванс, или я заору крысы. Ладно, ладно. Не стоит принимать необдуманные решения. Вот половина. Остаток получишь, когда работа будет сделана. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда, пока моя репутация не погибла окончательно. Как их уничтожить раз и навсегда? Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия, но он опять куда-то запропастился. Мали Маки? Если ты его положишь в гнезда этих тварей, они уже не вернутся. По рукам. Не возвращайся, пока все они не передохнут. Как нифиг. Ну вот, тебе что-то непонятно? Ты упомянул какого-то Малия. Малий — это лучшая сделка в моей жизни. Я как-то одолжил ему немного золота. Хотя знал, что он не сможет расплатиться. Ничто так не снижает себестоимость, как бесплатная рабочая сила. Тогда понятно. Запомни, пока хоть кто-то из них жив, тебе не заплатят. Да. Скорее всего, Малий просто это помощник Мавен. Вот, ну и соответственно... Скорее всего, просто у меня такое предположение, что он ей нужен, а тут как бы он застрял, ну и, соответственно, как бы надо это сделать просто для того, чтобы Мали отпустили. О, как все печально. Упс. Ну, короче, походу, с ними так бесполезно. О, хера, одним-то. Подхватили Атаксия. Лечение 8. Почему это сейчас должно происходить? Ой. Смотрим. Так, у меня 8 стоит, оказывается. А что делает Атакси, если это можно узнать как-то? Что мне-то тут не нужно. Так, уменьшение, взлом.
Не, ну вот это как бы именно сейчас, да. Это должно произойти именно сейчас. Черт. Ладно. Это может быть Вайтран не излечиться в любом случае. Так, сохранимся. Естественно. Наверняка еще два крыса будут. А, кстати, мне же надо это, кстати, повысить уровень. Так, ладно, здоровье повышаем. Значит, что можно прокачать? Скрытность, наверное, нельзя прокачать. Можно, но это я пока, наверное, забью на это дело, мне это пока не особо нужно. Стрельба. Ну, стрельбу тоже я не могу прокачать, я пока что не настолько. Одноручное оружие, наверное. Или что-то еще связанное с этим. Карманные кражи. Они мне особо не нужны, я ими как бы не занимаюсь. Как-то легкая броня. Может, легкую броню? Не, давайте лучше одноручное оружие, чтобы бить больнее. Потому что в любом случае мне это понадобится. Так, у меня все установилось, это хорошо. Вау, тут вообще жесть. Только не ты. Во сколько тут? Еще есть? Ну, что-то большое есть, да. Остальные стрелы хорошие просто. Да, остальные стрелы вообще шикарные просто. Не убивают пауков, очень, ну, маленьких такого, таких, с одной стрелой, вот таких вот больших, что-то как-то вообще сложно. Мне бы лук получше. Не охотничий. Я бы какой-нибудь другой, но мы... Ауч. Я потом доидрический сделаю. Потом, когда там уже будем всем этим заниматься. Да твою мать, а что сделаете, что ли? Что это сделает сейчас? Вообще страшно опасно. Главное, беспалево. Так, еще, а что, подождите. Мы вроде от два крыса-то уже это... Нет, еще. Какого хера за два крыса-то тут, а? Там еще кто-то был, по-моему. Люди? Чего? Мак еще. Шикарно просто. Еще и не видно, куда просто. Знаете, вот огонь, конечно, прикольный. Прикольное заклинание, но когда его против меня используют, то не очень хорошо. Ну, ты на дальний, так я тоже буду на дальний тогда. Ты там умрешь, а тебе, по-моему, три стрелы уже в лицо закинул. Закидал, не? Ничего себе, ты сильный. Золото, дневник. Стрелы. Ну, зелья всякие. Железный слиток. Так, что за дневник? 10 лет насмешек, 10 лет тюрьмы, 10 лет изгнания. Дети бросали в меня камни, а женщины плевали мне в лицо. Когда людишки тащили меня в тюрьму в Вайтране, они назвали меня угрозой для жалкого существования. Говорили безумие,
и сумасшествие. Разве может безумие незаметно бежать из тюрьмы? Может ли сумасшедший устроить лабораторию прямо у них под носом? Может ли психопат создать могучую армию из обычных злокрысов? Когда я был учеником алхимика в Винтерхолде, мне было не лучше. Эти эгоистичные недочеты, недотёпы не могли оценить мои способности. Где они сдавались, я одерживал победу за победой. Но разве они признали мой гений и оценили мой всякий великий вклад? Нет, мои наставники били меня, говорили, что я безответственный, архимаг выбросил меня на улицу, как обычного бродягу. Пока мои враги жиреют и слабеют, пока они не помнят про Хеймлина и его величие, я собираю свою армию. Я призову все силы, какие только у меня есть, чтобы отомстить им. Благодаря невольной помощи Саберна, мой легион с каждым днем набирает силу. Какая ирония, те же ингредиенты, из которых он варит свое мерзкое пойло, теперь идут в пищу моим чадам. О, они поплатятся. Меня смешит то, что они не подозревают о грядущей каре. Я сравняю с землей Вайтран и сожгу дотла Винтерхолд. И когда они познают ярость, которую я на них обрушу, когда мои чада будут грызть плоть их костей, они придут умолять и валяться у моих ног. Но им не будет пощады, ни передышки, ни сожаления. И я буду смеяться и танцевать, и радоваться над их изуродованными трупами. Время воздания пришло. 10 лет боли, 10 лет унижений, 10 лет смерти. Да, и все впустую. Может, не надо было мне так его как-то, что как-то унизил так случайно, когда убил. Офигеть, у парня тут реально лаборатория. Так, это потом почитаем. Ну, 42 отмычки. А, блин, у меня же болезнь тут, точно. Кстати, левел вообще, ну не левел, а этот подним. 3 золота в сундуке хранить, офигенно просто. Парни, явно было все хорошо. Угу. Да за... Блин, знаете, как страшно. Тут еще наверняка капканы эти есть. Подождите, медвежьи капканы для злокрысов? Ага, понятно. Так, вот мне теперь сюда, наверное. Ой, мне, наверное, надо было закинуть еще, знаете? Да, мне надо было закинуть еще этот яд. Чтобы злокрысы-то хотя бы не размножались. Сейчас. Угу, все. Так, гнездо мы отравили злокрысами. Точно не нравится, поэтому от них я только с радостью избавиться. Ну а вот от меда. Хороший мед пропадает, кстати. Вау, тут вообще. Красотень. Подняться здесь надо, наверное. Я бы закрыл. Ладно. Ага, нужен ключ. И где его искать? А, понятно. Далеко не надо было ходить. Берем. Хотя его сейчас, наверное, арестовать могут сразу. Из-за этого, скорее всего. Он может мне эти деньги не дать. А его что? А, ну да, там. Должен же звать рано кто-то к нему прийти. Жду не дождусь, тебе что-то непонятно? Все готово. Ну, самое время. У меня уже сил не было капитану зубы заговаривать. А моя плата? Тебе придется подождать, пока капитан не закончит. Можешь тут посидеть пока, если хочешь. Ладно. Жду так, не дождусь, Сабьер, когда Сабьер заскучит. Теперь, когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего мёда? Конечно, мой господин. Это мой лучший мёд. Зовётся особый мёд Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придётся вам по нраву. Да брось ты, это мед, а не вино, чтобы его нюхать и смаковать. Во имя восьмерых? Что это такое? Я не знаю, что-то не так. Ты уверял меня, что тут все чисто. Я тебя,
Я тебя в кандалах сгною. Нет, пожалуйста, не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Умоляю, пожалуйста. Все совсем не так. Ты! Ты тут будешь за старшего, жду, пока я совсем не разберусь. С удовольствием. А ты? Ты идешь со мной в драконий предел. Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Теперь двигай. Послушайте, уверяю вас, это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьо. Двигай, двигай. Все прошло как нельзя лучше. Тебе еще что-то нужно, прежде чем ты вернешься в Рифтен? Мне нужно проверить книги Сабьорна. Значит, Мавен хочет найти частного партнера Сабьорна, да? Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьорна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот, это тебе пригодится. Ты почему-то не упомянул того психа, что живет в тоннеле? Мне показалось, будет лучше опустить кое-какие детали в наших предыдущих разговорах. Не хотелось давать тебе повод отказаться от работы. К тому же Мавен счастлива, что мы избавились от него. А мне теперь не придется тратить деньги на убийцу. Что ты будешь делать с медоварней? Начну превращать ее в медоварню «Черный вереск Запад». И чем скорее, тем лучше. Такой у Мавен план на это дело. Она меня назначила тут главным, чтобы мед шел без перебоев. Так этим я и займусь. Если будешь в округе и захочешь сбыть с рук что-то краденое, дай знать. Без проблем. Не забудь замолвить за меня перед Мавен. Так, кабинет где его? Сверху. Должна быть лестница. Да, конечно, жить в таком доме как-то, по-моему, не очень престижно. Тут толком-то комнат нет. Тут, получается, медоварня, а вот кабинет. Книги с собой надо брать. Не стоило сюда приходить. Ладно. Сдавайся! Тебе не... Что-то я понять никак не могу. Игра вообще что думает? То есть то, что Мали сначала мне поможет, а теперь он типа нет? И как он вообще это увидел? Сейчас сложно будет открыть это, конечно. Но я хочу. Столе. Я тебя выпотрошу, как Хоркера. Да ты что? Уведомление о расчете. Вот. Опять символ, кстати. Уважаемый Сабьорн, в прилагаемом к этому письму ящике ты найдешь последнюю часть платы. Как мы договаривались, теперь медоварня Хонинга должна начать полномасштабное производство. Что же касается твоих опасений о вмешательстве Мавен Черный Вереск, то уверяю тебя, я сделаю все возможное, чтобы держать ее дружков на расстоянии. Это начало долгого и успешного будущего для нас обоих. Кто там написал? Там вот символ опять, то, что было еще в Золотоцвете. Я сейчас мне... Мне кажется, сейчас он на меня нападать начнет. Встанет меня. То есть, как бы, знаете, это как бы... Сейчас это просто как обычный NPC-шник. Ой-ой-ой. Ой, лаги. Опять сзади меня. Я говорю, что тебе от меня надо-то? Ну, не знаю, на что он надеется. Может, не убить его?
Ты же забил на меня. Нет, не забил. Так, мне, в принципе, что? Мне надо... обратно в Рифтон, да? Такие вот маленькие баги, конечно, не очень весело лицезреть. Ты знаешь, он как бы, по идее, это лол. Во-первых, он меня там видеть-то и не должен был, да, если... ну, это самое такое. Ну, во-вторых, он как бы нормальный, он же необычный NPC-шник. Ладно. Я могу отвезти в столицу любого владения. До сих пор бежит за мной. Все? Успокоился он. Буйный. Моя повозка. Ну, куда едем? В Рифтон. Залезай в повозку и отчаливаем. Лучше поторопись. Скоро 6 уровень, кстати, уже будет. Сейчас мы вроде все нормально сделали, маме должно быть довольна. Мавин, надеюсь, в Рифтоне. Она в Рифтоне. Хорошо. Шикарненько. Ну, и, кстати, платить будет интересно за то, что я там ее работу выполняю. То обычно там у гильдии вроде все не просто так. Ну, обычно мы что-то в себе оставляем, да? Во время поиска что-то забираем. Да что, игра? Что-то, знаете, я захожу в город, он прогружается, что ли? Понять никак не могу. На Мавин прям тут. Есть уйти? А, это ты? Опять будешь пытаться что-то у меня вымогать? Да. Надеюсь, ты с хорошими вестями. Дело сделано, вот нужные сведения. Немного мы узнали. Единственное, что может указать на партнера Сабьерна, этот странный символ. Да, я не в первый раз уже вижу этот символ. Что ж, кто бы ни подписывался этим странным символом, он пожалеет, что связался со мной. Немедленно сообщи обо всем в гильдию воров. Еще есть вопрос твоей награды. Думаю, тебе понравится сумма, которую я плачу за услуги. Стальной кинжал Искор. Вы смотрите, что она мне дала. Это такой бред. У меня просто тупо вот это больше урона наносит. Не, ребят, спасибо. Там, конечно, сумма какая-то. Овощи хрустящие. Ну, ты опять будешь мне тут... M-God won't take the time. Yeah? В порядке? Well, да не really. Совсем. Что не так? Я тут прогуливался, как я обычно делаю. И увидел какого-то странного человека снаружи. Выглядели они как не самые хорошие люди. Что тебя вынудило так подумать? Мне никогда их здесь раньше не видел. И они выглядят так странно. Да и к тому же шахты обычно не самые... Не те места, в которые обычно люди ходят. Особенно с этими мифами, которые там с этими местами связаны. Что за мифы? Самые разные истории. Кто-то говорят, что это... Там призраки, что там много бандитов, лорд бандитов. Я
Кто-то говорит, что там... Что там вообще две мертвые руины. Эти машины, там, короче, никто никуда, никуда не ходит. Так в чем проблема? Когда я возвращался с прогулки, я проходил опять мимо этого места. Я услышал ужасные звуки. Я слышал, что что-то с ними происходило. Ну, в любом случае, туда идти не очень хорошо. Я попросил стражу посмотреть туда, но они просто проигнорировали меня. Они вообще даже не хотели смотреть, что там. Не сходишь туда за меня, пожалуйста. Там что-то планируется очень опасное. Пожалуйста, проверь это за меня. Ладно, я посмотрю. Спасибо. Я помечу тебя на карте. Будь аккуратен. Мы до сих пор не знаем, что там. Знаете, что меня сейчас удивило? Я продаю чудесные безделушки. Во-первых, то, что вот это телепортнулось. Чем могу помочь? Но во-вторых, почему-то она на меня на английском, потому что я видел огромное количество человек, у которого она была не на английском. Она там, знаешь, ну, с русскими субтитрами, типа, озвучка инглишная, там, субтитры русские. Вот зачем я сюда пошел? Тут бред ходить вообще. Ну вот, это Фальскар, если что, начало Фальскара. DLC. Не знаю, говорят, что типа сделано на уровне основного сюжетки. Ну, может чуть похуже. Примерно так же. Я попробую потом найти, может, какой-нибудь русификатор, я не знаю. Хотя русификатор для Скайрима и Фальскара, не знаю. Ну, возможно, там на Нексусе есть. Он, где Бринильф? Хочешь помочь или просто хочешь поболтать? Бринильф? Ой, это стрелами тут... Ну, так, ладно, вернемся позже немножко. Кстати, насколько я помню, тут можно вот эти вот осматривать вещи. И просто брать. Тут реально можно вот это дело просто брать. Это все осмотреть и просто забрать. И вообще никто ничего не скажет. Мед. Я просто забыл, по-моему, про это место. Ты что, мы тут реально просто... Я могу оп-хоп-хоп, все. Все мое. Отмычки тут всякие. Тут реально хорошие вещи. У всех мед есть, смотрите. Полезно было усталости. У всех по 4 отмычки. Тоже важно. Настреливаешь? Ну, настреливай. Так. Ты что, занят? Не надо к Мерсеру. А Бринильф где? Он что, в буйной фляге, что ли? Ого, у них тут. Тоже стрелы могут быть. Говорят, что бедолага Сабьер попал в тюрьму в Вайтране. Как же ему не повезло. Очень, кстати, для Мавен. Именно. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Мавен сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Опять тот же символ, что и в Золотоцвете. Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить. Поссорить Мавен с гильдией. Что нам делать? Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Я бы на твоем месте поторопился. Я его никогда таким злым не видел. Ладно. Ну, тут можно поучиться в сундуке открывать. Там что-нибудь есть вообще? Ну-ка. Типа для взлома, знаете, так это. Лоу! Ничего. Буду все открывать. Ты знаешь, что тебе сюда вообще-то нельзя. Да пошел ты. Ну я левел поднял себе, что ты? Еще здоровье. Так, можем еще одноручное оружие прокачать. Силовые атаки одноручным оружием. Так, ну рубака это что? Так, подождите тут. Былым топором не надо. Булавой. Удары наносят критический урон. С двух рук. Все атаки с двух рук наносят соответственно больше урона. Стрельба, наверное, нет смысла. Да, уровня не хватает. Легкая броня, тем более. Скрытность. Что там? Скрытые атаки одноручным оружием наносят в 6 раз больше урона.
Броня издает так, это вот мы потом прокачаем. Взлом нет, карманной кражи нет, спасибо. Да и качать-то больше нечего, наверное. Что там еще-то? Кузнечье дело. Стальные доспехи, оружие во всех кузницах улучшать их до двое более высокого уровня. Блокирование, это двуручное, вот мне нужно одноручное. Ну, можно либо одноручное оружие, как бы, да, легкая броня, скрытность, то есть вот такие вот у нас варианты. Особенно 25% меньше сил. Да мне это особо не нужно, я бы вот лучше урон сделал бы. Урон круче, намного круче. Урон, знаете, важно. Да что такое? Вот у меня, знаете, какие-то моменты такие. Когда я что-то доделываю, у меня... Так, чувак там настреливает до сих пор. Чувак, люблю тебя. Просто. Спасибо. Так, а что это точильниками? Это улучшает, да? Та. Понял. Ну, все равно пока что не наше основное оружие. Ладно. Мерсер, что тебе надо было от меня? А, вот и ты. Я поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье Златоцвет, но никто не смог опознать этот символ. Тот же самый символ обнаружился на медоварне Хонинга. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тишка, настроив против нас Мавин Черный Вереск. Очень умно. Ты восхищен? У них много средств, и им удавалось годами оставаться в тени. Я поражен, что им удалось столького достичь. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Как можно их прищучить? Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. Найденный тобой купчий упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулум Ай. Скользкий ублюдок. С чего мне начать? Гулум Ай. Наш агент восточной имперской компании Солитьюди. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья Златоцвет. А значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бриньольфом до отъезда. Так, давайте тогда обязательно поговорим с Бриньольфом. Не могу поверить, что Гулум Ай во все это влез. Этот аргонианин собственный хвост в темноте не найдет. Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септер. Но он не стратег. Думаешь, с ним могут быть проблемы? Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Та еще работенка. Тогда как его разговорить? Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулум Ай просто взорвался, и можно будет на него надавить. Предатель он или нет, жить он будет. Рад видеть, что ты перенимаешь наши методы. Глупо терять выход на восточную имперскую компанию, пока мы всего не узнали. Просто сиди у Гулумая на хвосте, и он точно во что-нибудь да вляпается. Удачи в Солитьюде. Не убивай. Хотя ну-ка. Тебе что-то понадобилось? Чем Гулумай полезен для гильдии? Гулумай работает на складе восточной имперской компании. Он помогает разбирать все товары, которые приходят и уходят из Солитьюда. Это значит, что у него есть доступ к лучшим товарам, которые приходят на берега Скайрима. Он не совсем член гильдии, но он платит нам долю от всех своих находок на складе. Думаешь, Гулумай стоит остерегаться? Есть воры, а есть Гулумай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Но наверняка врет. Держи ухо востро, он очень хитрый. Если Гулум Ай запоет, что дальше? Отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру. Это чрезвычайно важно. Если узнаешь, что Гулум Ай нас дурит, и товара у него больше, чем он нам говорит,
Это тоже будет очень полезно знать. Восточная имперская компания? Кто они такие? Группа купцов, которая основала порты по всему Тамриэлю. Они фактически монополизировали торговые перевозки. Говорят, их прикрывает сам император, а это значит, что у них почти неограниченные ресурсы. Так что не тереби, империя. Хорошо. Удачи в Солитьюде. Так, ну Солитьюд-то мы, конечно, успеем это вообще в любом случае. Мне знаете, что я вспомнил? Мне нужно сдать задание Векс. Мы же там подложили аметист. Так что надо будет сейчас и доложить, и забрать долю. И еще можно это за там. Бриньольф, да? Например. Ну что, получилось или как? Насчет твоей подставы, да, все сделано в лучшем виде. Да чего же люди наивны? Оставляют свои ценности на самом видном месте. Какие мелкие дела помогут гильдии? Ты что, смеешься? С тех пор, как удача отвернулась от гильдии, у нас почти не осталось денег. А когда деньги кончились, люди стали уходить. Раньше у нас тут было очень хорошо. Крысиная нора была чуть ли не дворцом. Дополнительный заработок и подработка помогут нам вернуть капитал. Тогда мы снова заживем, как короли. Как оно было в старые добрые времена? Фляга когда-то была городом под городом. У нас был свой кузнец, алхимик, все, что хочешь. Если мы восстановим свою репутацию в Скайриме, могу побиться об заклад, что торговцы вернутся. Нужно делать все возможное, чтобы заработать достаточно денег и снова зажить в роскоши. Какие еще услуги предоставляет гильдия? Если понадобится что-то быстро сбыть, Танила скупает краденое по лучшим ценам в округе. А если захочешь подточить навыки или узнать, что полезное, то помимо меня можешь обратиться к Делвину, Неруину и Виперу. Говорят, так. Если тебе это не подходит, иди к Делвину. Он занимается Расскажи мне об уборке. Самый быстрый способ разбогатеть в Скайриме – обчистить какой-нибудь богатый особняк. Если тебе интересно, могу подсказать, в каком доме не помешает прибраться. Что скажешь? Я в деле. Хорошо. Вот что нужно сделать. Совершить ограбление, вынести ценное. Цель – дом Брюлин в городе Солитьюд. Он тебя подобрал на улице. Нам как раз, ребята, надо в Солитьюд. Прекрасно просто. Ой. Куда я? Так, мне не сюда. Ладно, тогда пока что я предлагаю на этом закончить. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.